Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп Зурхайна» АТВ, с вами Зундыл Ама. Сегодня понедельник, 11 января, 24-й лунный день. День успешен для людей, родившихся в год дракона. День подходит для принятия обета ламы, вступления в должность, а также освящения храма и изображений божеств. Сегодня можно начинать лечение. Благоприятно будет издание закона. Сегодня можно ставить закваску, устанавливать очаг, сажать деревья зерновые. Благоприятный день, чтобы сходить в лес, подать прошение, обращаться с просьбой к божествам, дарить людям счастье и совершать добродетельные поступки. Не стоит сегодня давать клятву, заключать мирные соглашения. Не самый благоприятный день, чтобы начинать семейную жизнь, копать пруд. Не стоит сегодня ругаться, говорить грубые слова или осуждать кого-то. Стрижка волос к умиротворению. И помните, слишком глубоко копать не надо. Идите вширь. Сокровища зарыты где-то на поверхности. Абсолют экономит ваше время. Закажите продукты на дом или заберите в одном из пунктов самовывоза. Быстро, удобно, просто. tg-absolut-shop.ru